Привет, друзья! Вы на канале Paparazzi News. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ну а мы начинаем. Павел Прилучный сейчас проводит время с детьми в своем загородном доме. Он впервые после скандала дал комментарий по поводу избиения Агаты Муцениеце. На видео Павел выглядел непринужденно, гулял с детьми, интересовался у поклонников, сколько нужно жарить куриные желудочки. Кто знает, сколько надо жарить желудочки куриные? На вопрос подписчиков о конфликте с Агатой Павел ответил. Паша, где кто? Друзья, давайте уже не будем спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно и, пожалуйста, не надо нас. Зачем Агату бил? Как? Ай, говорите, ебись. А, чё? Ребят, если что-то не знаете, лучше об этом 15 минут. О, спасибо большое. 15-10 минут, спасибо. А, ребят, если что-то не знаете, лучше в это не лезть. Не уверен. После этого, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте. Ранее Агата выложила сторис в инстаграм-аккаунте своей мамы, в котором сообщила, что Павел выгнал ее с детьми из дома и поднял на нее руку. Она также отметила, что Павел находился не в адекватном состоянии, виной чему стал алкоголь. Пока не ясно, кто же говорит правду и был ли факт избиения. После обвинений Агаты пара старается больше не комментировать случившееся, ссылаясь на своих адвокатов. А как вы думаете, на чьей стороне правда? Поделитесь в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.